Стартовал чемпионат Днепропетровской области среди аматорских команд взрослых второй лиги. Наша команда участвует, несмотря на все как бы, наши хорошие моменты. Мы все равно участвуем в этом чемпионате. В этом году ставку делаем на наших молодых игроков. Очень приятно, что много молодых петербургских ребят принимают участие, набираются опыта. Я рад.
Первый тайм мы имели преимущество, имели голевые моменты, но это не позволило мастерство наше забить. У соперника было полтора момента, они их реализовали. Поэтому в целом довольны не столько там результатом, сколько игрой, отдачей довольны. Ребята есть, собираются, это хорошо, что есть динамика положительная, радуемся. Понятно, что много трудностей там есть, ну, финансовая составляющая оставляет желать лучшего. Но верим в то, что эволюционным путем мы прибавим. Все будет хорошо. Наши воспитанники детской русской спортивной школы сегодня вот приняли участие. Это Мазур Саша, Антуль Антон, Фисенко Эдик, Бойко Никита, Бойко Вадим. То есть это те люди, Емельянов Рома. 15-18 лет этим ребятам. То есть это будущее нашего футбола. Емельянов смотрелся шикарно сюда, в центре поля, я считаю. Вратарь, какие претензии, мальчику 16 лет, отыграл без вопросов. То есть, можно сказать, что все плохо и бросить все. Да. Но мы это все не можем позволить. Ну, да.